Так, нашел возможность отключить. Значит, здесь есть escape. Нажимаешь, звук выключается. То есть пищалка выключается. Но картинка вот эта вот продолжает висеть. Из-за чего не видно все остальные показатели. Значит, escape еще раз нажали. И, пожалуйста, будьте любезны, все на виду. Дальше. Большинство кнопок не работает. Но это у нас температура отопителя. Плюс нажимаешь вот сейчас H. Ход 0. Нажал раз. Ход 1. Еще раз. 2. 3. 4. Все. Дальше нет. Дальше нажимаешь вниз, минусуешь. Ход 3, 2, 1 и 0. Но вентилятор как работал, так и работает. И я не врубаюсь. Я тут тискал. Он все равно даже на одной вот этой вот вентилятор, одна лопасть. Я не могу его выключить. Можно регулировать плюс-минус точно так же, как и этот самый. Здесь быстрее скорость вентилятора, здесь ниже. Но все равно он крутится. Он почему-то не выключается у меня полностью. Я не знаю, может быть, есть где-то кнопка еще. Вот эта вот кнопка, значит, сейчас она включена, горит. Это значит, какой бы обороты газа ни были, при нерабочем состоянии, то есть если вы рычагами не работаете, работали, вы, значит, отрегулировали, там, например, так, работали, все, остановились, и он через некоторое время автоматически падает на холостые, упал на холостые обороты. И этой кнопкой он сейчас включен, можно отключить этот вариант. Дальше что у нас? Ну, крюк у нас я не пробовал, но это, судя по всему, дополнительная мощность на этот. Кнопка нарисованы ножницы. Это значит дополнительное оборудование. Сейчас включено. Сейчас у меня висит планировочный ковш. Рычаги все традиционно. Фары. Ну, здесь все довольно-таки просто. Этот сейчас на быстром ходу. Когда едешь, можно включить помедленнее. Сюда помедленнее. Здесь побыстрее, как транспортный. Рычаги. Ага, вот этот вот. Вниз отключить. Вверх включить. Кнопки. У меня только три рабочие. На левом рычаге левая кнопка туда, правая туда. Но здесь мне ремонтировали эту систему и шланги перепутали, поставили по-другому. У каждого свое. Было по-другому. Сейчас привык к этому варианту. И сигнал. Все. Остальные кнопки тискаю, ничего не происходит. Не знаю. У каждого, наверное, свое. Печка. Ну, по печке вот все, что я сказал, все, что и есть. Здесь дополнительные. Вот этот вот джойстик. Это управление аудиосистемой. У меня работает только на плюс. Минусовую нажимаешь, он, зараза, все равно плюсует громкость. И эта кнопка у меня переключает каналы, но я все равно. Я пользуюсь только плюсом. Все остальное я делаю непосредственно через этот. Через приемник. Эти две кнопки пока я не пользовался, не знаю. Кто что-то вспомнит, тот пусть добавит. Вопросы, может быть, разберемся. Здесь дополнительные, кстати, не совсем понимаю и даже страшно включать, может быть. Но вот это вот, судя по всему, такая же под прикуриватель, только я уже пользовался видеокамерой и заряжал мобильник. Тут тоже написано 12. 10 ампер, ничего страшного, включаю все. Здесь сам прикуриватель. Видимо, они абсолютно идентичные. Я просто сначала боялся, думал, что там на 24 еще может быть. Ну, вот такая вот ерунда. Все предельно просто. Вольвовский экскаватор гусеничный. Какой он там, не помню уже, 106, там будет видно. Мне понравилась кабина. Довольно достаточно просторная, можно сумку назад засунуть. Все нормально, можно переодеться спокойно.
А то я в этих полноповоротных никак не могу ни переодеться, ни сумку некуда впихнуть. Привык на этих больших кабинах ездить. Пока все.